Сегодня 30 апреля 2018 года, приблизительно 9 часов вечера. Попробуем поснимать в режиме 4К на аппарате Nikon B700. В том, что он это может, вот это его главное преимущество. Потому что я хотел сначала купить Nikon P900, у которого 83-кратный зум, но у него при этом, что у него там, ну, короче, у него матрица меньше, и в таком формате, вот, ну, вот цифровой, это оптический зум, вот если еще с таким, ну где, то есть если сопоставить эти два фотоаппарата, то есть здесь всего лишь 60-кратный зум, но больше пикселей получается в матрице. Поэтому, причем он более компактный, и поэтому их параметры идентичны, почти, ну, а где все остальное, сейчас посмотрим. Правда, ограничение у него, я вижу сейчас, что он в таком режиме, вот за один проход он может только 9 минут снимать. Еще посмотрим, какой у нас файл при этом будет. Что такое 4К? Это, то есть вот обычный стандартный режим, стандартный размер кадра 1900, как там его, 1080 на 1920, вот все стороны умножить на 2. Но почему у него цифровой зум не хочет работать? Не знаю, ну-ка. А если так, руками делать? То есть разработчики... Догадались уменьшить фотоаппарат за счет других параметров. Так. Вот почему-то я не могу... А! Ну, наверное, вот правильно. Оптический зум я могу использовать, а вот этот вот цифровой я уже использовать не могу. Потому что уже разрешающая способность кадра приблизилась к разрешающей способности матрицы. Так что вот сейчас картинка такая, как есть. Но зато, если, например, взять очень большой монитор, вот как у меня сейчас, 55 дюймов, и вот с такой резолюцией именно, то у него резолюция обычного монитора. И мы получаем размер самой картинки, вот элементов картинки, вот такой же, как при обычном формате. Если вот на маленьком мониторе, на обычном смотреть, то величина вот этой луны, если померить экран линейкой, вот она будет такая же, как на этом большом. Но при этом вот в таком режиме площадь кадра больше. Но детализация та же. И вот за это я думал, что вот тот фотоаппарат уже, что мне вкручивали в магазине, что, дескать, P900 уже сняли с производства, что он тяжелый, громоздкий и все такое. Вот тебе и этот. Но у него зум всего, кратный зум, не 83, а 60. Ну вот сейчас я это дело распробовал,
И мне оно как-то больше удовольствия доставляет. Такие у нас мысли вслух, так сказать. Благодарю за внимание. И посмотрим, что у нас теперь получилось.